еще, мы немного исполним сегодня своих песен. Наконец-таки. Сегодня для вас Влади. Сегодня для вас Шим. Сегодня для вас Хамиль. Сегодня для вас Змей. С нами диджей Fat Face. Где все наши люди в Санкт-Петербурге? Поднимите руки! Давайте все! Наши люди! Поднимите руки! Поднимите руки! Наши люди! Поднимите руки! Если вы слышите эти звуки! Наши люди! Поднимите руки! Если вы слышите эти звуки! Вы слышали о нас? Вы нас увидите еще не раз! Наши люди! Поднимите руки! Поднимите руки! Поднимите руки! Ритмы создаются, звучат и льются. Правдивые слова в памяти остаются. Под эти звуки многие сердца бьются. Те, кто раньше были проби, теперь остаются. Ведь это лучшие традиции хип-хопа. Откуда? Из Ростова, юго-восточная Европа. То, что пробивает себе место нашей жизни. Очень чужих людей превращают в личные. Все, что надо вам есть, вас постоянно. Ваши способности представлены наглядно. Честь этой мощной силы используется ради кассовой печати. На каждом хип-хоп-пате не спорим, просто знайте. Ваша сила, наш дом. Испытаний здесь нет, и не пугай потом. На самом деле не помеха, поддержка, гарантия успеха. Точно знаю, мы поймете вас. Эти рифмы выражают своеобразный экстаз. И то, что вы подумали, экстаз первый раз. Микрофон улавливает снова звук. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Звук, наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Это что? Подкаста. Вы слышали о нас, что? Вы нас видите еще раз. Наши люди, поднимите руки. Сконцентрируйте внимание на этом куплете, не связанном сюжетом. Я открываю тайны, передаю секреты. Новые порции лирики от нас, наших людей. Уберите от экрана диджей. Я беру рифмы согласно принципу случайных чисел. Подставляю формулу, получаю смысл. Это затягивает вас, как резина. Скоро будет звучать из каждой второй машины. Поддержка от нашей группировки выводит движение за рамки обычной забастовки. Мы представляем в рот, своя работа, это низкие, средние, высокие частоты. В ритмах не должно быть проблем со слухом. Во-вторых, эти темы доступны лишь близким по духу. Если все же что-то как-то непонятно. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Это звук, это ясно. Вы